сожалению, так получилось, что в большинстве автомобильных супермаркетов почему-то стали пропадать различные автомобильные присадки. А технология, между прочим, не стоит на месте. И сегодня мы решили вам показать новинку немецкой автохимии. Что это такое? Это различные добавки в топливную систему, в масляную систему, ну а также различные восстановители резиновых уплотнителей. Как они работают? Для этого мы приобрели вот такое устройство с динамометрическим ключом. Суть событий такова. Вот это универсальная присадка компании Wagner. Она позволяет значительно снизить трение. Причем как в двигателях, так и в коробках передач. Помните прошлую серию? Ну, ту самую, где движок работал без масла. Убедительно? Более чем. Удивительно? Конечно. Продолжаем удивлять и убеждать в действенности присадок. В качестве веского аргумента электродвижок с амперметром, динамометрический ключ и рабочая жидкость, типа масла моторного. Давим изо всех сил. И правильно, клиним движок и, как результат, стертая рабочая поверхность. А это могли быть и вкладыши, и кольца, и шестерни. Набираем магическую жидкость молочного цвета. Добавляем и не клинит. Эта чудненькая присадка работает с первых секунд, внедряясь в металл и полируя его до зеркального блеска. Халтура, монтаж, засада. Вот пример в режиме реал-тайм. А можно теперь я надавлю? Такой немецкий композитор Вагнер, а у нас был такой театральный деятель Станиславский. Так вот, я думаю, что Станиславский никогда бы не сказал господину Вагнеру «не верю», а мы просто вынуждены поверить современному Вагнеру, немецкому изобретателю. А теперь нервных просим удалиться, а тем, кто не верит, приблизиться к ящику. Эксперимент совсем без масла. Вообще. Новая рабочая поверхность, не детские усилия и пейджап. Результат тот же. Есть ли следы нагрузки? Есть, но в десятки раз меньше. Наглядно доказано и проверено автостопом. Когда Коперника тащили на костер Святой Инквизиции, он кричал во всеуслышание, и все-таки она вертится. Вы своими глазами вместе с нами смогли убедиться, что металл, обработанный вот этой чудо-штукой, тоже вращается и практически не стирается. И как это ни странно, но вы наглядно убедились, что она работает. И в 101 раз вам повторяем. Автостоп не занимается рекламой. Мы просто пытаемся донести до вас полезную информацию. И прежде всего для нас важна чистота. Чистота эксперимента, который вы только что наблюдали. Чистота звука, который вы можете найти в ProSound'е. И все это на Ленина 47. Ну и на сегодня последний чистый эксперимент от ProSound'а и от всех тех организаций, которые располагаются здесь на Ленина 47. Можете сами оценить частоту звучания нашего старого микрофона. Абсолютно нового микрофона Genian Shure. Стоимостью, кстати, между прочим, 820 рублей. Произведен, кстати, в Мексике, ну, в Северной Америке. А еще почему-то нечестные конкуренты попытались облить грязью чистое имя ProSound, говоря о том, что здесь некачественный товар. А мы решили привезти вам ту самую начинку колонок Eminems. Вот эти головочки. На них и написано Made in USA, в штате Кентукки, между прочим. А вот это точно ни у кого нету. Жидкостно наполненные высокочастотные клистера. И если вы внезапно у кого-то купили не очень качественную аппаратуру, которая у вас очень быстро вылетела из строя, то мы вам ее быстренько починим, и все это стоит не очень дорого. Ну и небольшой постскриптум. Автостоп все-таки передача автомобильная, и на газ мы давить любим и уважаем. А вот ProSound фирма музыкальная, поэтому давит она на пятки конкурентам, ну или на какие-то другие части тела, либо вот на такие гитарные процессоры, где только газ, в музыке тормозов не бывает. А гитарный процессор, вот этот именно, Zoom 607 для бас-гитары, но есть еще и другие.